Ну что, привет всем, моя аудитория, друзья. Все те, кто меня смотрит, спасибо вам за просмотры, за комментарии, за лайки. Осваиваю, скажем так, старый, но для меня новый телефон. Очень удобно вести трансляции с ним. Я, значит, сегодня хотел презентовать новую книгу. Для вас, наверное, новую, потому что много, наверное, людей вряд ли встречали эту книгу. Называется она «Как выбраться из долгов». Я сегодня, наверное, вечером соберусь, сяду на нормальных условиях для записи этого видоса и, скорее всего, на экшн-камеру запишу это видео с презентацией этой книги. Значит, автор, у меня есть три книги этого автора. Автор американец, вот, очень хороший человек, как я думаю. Вот, он возглавляет в Америке компанию, которая занимается консультированием в области долгов. И книга посвящена тому, как избавиться от долгов. К сожалению, книга написана под американскую финансовую систему, но уже, наверное, 80 или 90% всего того, что там написано, я думаю, уже работает и для нашей финансовой системы. Вчера я записывал тему о долгах, вот свое мнение. Я думаю, что вопрос, связанный с долгами, я не раз еще его коснусь. Вот, но я думаю, что вечером я презентую, наверное, скорее всего, несколько книг этого автора. Вот, скажу вкратце, о чем эта книга. Вот, сегодня 1 сентября, вот, День знаний. И те знания, которые описаны в этой книге, я думаю, вам всем пригодятся. Потому что пришла та самая пора в нашей стране, когда долги нужно не просто не иметь, вот, а просто категорически от них отказываться. Это моя политика на сегодня. Вот, я стараюсь войти в колею после своих неудач в бизнесе, после принятия неправильных решений в моей жизни, вот, о которых я неоднократно говорил. Вот, поэтому ждем, ребята, презентацию. Вот. Те, кто приобретет эту книгу, найдите ее в интернете, где она продается. Я думаю, вы не пожалеете, прочитав ее, потому что многие советы, которые там находятся, помогут вам по-другому взглянуть на вопросы финансов, на вопросы долгов, на вопросы кредитов. Поэтому ждем сегодняшнего, я думаю, вечера или завтрашнего утра. Я выложу видео на эту тему, презентую книгу. Вот. Читаем, смотрим, делимся своими впечатлениями. Ставим лайки, репостим. А так, всем в этот день желаю наполняться нужными знаниями. Вот, хорошего вам всем дня. Всем, кто сегодня учиться пошел, поздравляю вас с первым днем учебы. Дай Бог, чтобы в ваших школах давали вам нужные полезные знания, в институтах, в университетах, всевозможных колледжах. Берите от жизни то, что вам пригодится потом на всю жизнь. Всем пока, до встречи, до презентации.